На территории Свердловской области проживает порядка 160 народов. Самый многочисленный, после, разумеется, русских, это татары. С многоцветием национальной культуры этого народа можно познакомиться на выставке, которая открывается в музее Поклевских козел уже сегодня. Здесь представлено огромное количество предметов, художественных предметов. Из фондов Елабужского государственного музея-заповедника 161 экспонат. Здесь как раз вы видите и манисту, и серьги национальные. С 3-4 лет девочки носили серьги. Я вижу, что на многих предметах быта изображен такой тюльпан. Что это значит? Цветок Аллаха. Каждая женщина, татарская женщина, умела вышивать любого возраста, любого сословия. И приданое свое они готовили, конечно же, тщательно. То есть сундуки, вот в экспозиции вы увидите сундуки, должны были быть полными изделиями вот рукоделий. Хочу обратить ваше внимание, самовар перед вами, тульские самовары. Татары очень любят пить чай. Мы наслышаны о вкуснейшей татарской кухне. Да. Смогут ли зрители познакомиться и с этим? Сегодня на открытии, конечно же, мы приглашаем на открытие. И есть возможность попробовать чек-чак и традиционные пряники. Надо приходить, ребята. На выставке представлены не только предметы быта и национальные костюмы, но и предметы изобразительного искусства. Что это за работы? Вы знаете, на данной выставке у нас представлены работы живописи, графики 20 художников. Это в основном художники по национальности татары. Они были участниками наших симпозиумов, которые ежегодно проводит Елабужский государственный музей-заповедник при поддержке Министерства культуры. Приглашаем вас посетить нашу выставку «Многоцветие татарской национальной культуры», которая проработает до 22 сентября 2019 года. Сізді көргізмегді күтіп қалауыз. В центре городских практик «Дом Маклецкого» открылось пространство креативных индустрий. Что же это такое? Это пространство, где мейкеры, художники, журналисты, агентства креативные друг другу помогают, работают и проводят различные мероприятия и создают коллаборации. Мы находимся в какой-то интересной комнате. Что здесь будет? Кто здесь будет жить? Да, у нас есть оператор этого прекрасного места. Это физкабинет, который превратился в маркет. Эти металлические вот эти все украшательства сделаны вручную. Это все местные мейкеры. Где-то это очень известные бренды, в которых мы ходим, надписи и футболки, которые мы носим и узнаем. А где-то это очень-очень новые начинающие дизайнеры. Например, вот студенты Угахи сделали совершенно замечательные платьица, которые буквально до вас принесли сюда. Поскольку дом Маклецкого – это прежде всего дом, в нем должны быть и жильцы. Давайте знакомиться. Всем привет, меня зовут Саша, и я представляю зону уральского дизайна в доме Маклецкого «Маркет». А сейчас мы уже расположили у нас проект «Дети рисуют». Это екатеринбургский проект, когда детские рисунки, то есть их прям рисуют на мастер-классах, пришивают к базовым элементам одежды, базовой одежде, и все деньги, вырученные с продажи, переходят в фонд помощи детям с редкими заболеваниями, тоже Екатеринбурга. Познакомиться с хозяевами дома и обойти все его уголки можно уже в ближайшие выходные.